И здесь надо четко разграничить, да, шаман был в системе верований, или у него был психотический эпизод, бред, и голоса ему говорили: иди к Путину, спасай Россию. То же самое депрессия. Если мы говорим об эффективности антидепрессантов, есть исследование Стар-Ди, оно достаточно большое, 2008, по-моему, года. Но у нас сейчас нет сомнений, что фармакотерапия эффективна в отношении большинства психических расстройств. И у нас есть это в цифре. Скажите, как определить, идти к психологу или к психиатру? То есть медикаментозное лечение подбирать, вот либо... Что вас беспокоит? Если вас беспокоит симптом, ну, у меня есть тревога, у меня сниженное настроение, или у меня панические атаки, нарушение сна, то, наверное, это вопрос, ну, к психиатру. Если у вас вопрос, где я, кто я, и вообще, что происходит в моей жизни, и что-то в моих отношениях с женой не так, и с детьми не так, и вообще, почему я своего сына ненавижу, то, наверное, это вопрос уже, ну, психотерапевтический, психолог, психотерапевт. На самом деле, и люди просто изначально искаженно понимают Писание. Меня жена должна слушаться. Она говорит: да, это же муж, я его должна слушаться. Я говорю: слушай, а если он ошибся? Она говорит: так написано, что глава семьи. А вы читали дальше, что написано? Это как пример частный. Муж тогда главный. Муж – это образ Христа. Женщина – это образ церкви. Так церковь святая, потому что муж святой. Тогда муж может что-то к жене предъявлять, если он свят. Понимаете, да? Вот тогда это работает. А вы уверены, что он свят, если он вас лупит? Так он не сильно, у меня только челюсть расслаблена.